Ну что ж, здравствуйте, дорогие товарищи, играем Dark Tide, станция Разлом и, собственно, зона снайперов высокой интенсивности, то есть будет туманчика. По снаряжению, наверное, я буду пробовать дальше пытаться вот этого товарища, так сказать, развивать, который у нас хорошо бьет усиленными атаками, кидается гранатами, топает по ними пробежкой и, собственно, все-таки имеет хороший бонус к стрельбе. То есть довольно такой балансированный билд. Ну или как мне кажется, не знаю, посмотрим. The railroads are vital to the heretics' plans. And to ours, at least today. Head to the market, splice into the auto scheduler and redirect the sanctioned redactor's target train to Chasm Terminus. You will be waiting for him. Don't let him leave the station alive. Эй, блин, ну вот этого ты не рассчитал. Вероятно, какие-то изменения в балансе, к которым я еще не привык, поэтому вот так вот в некоторых местах довольно безрассудно иду в бой. Ну посмотрим. Буду много умирать, может быть, и билд виноват тоже. Этот билд самый последний, который я делал. И... не знаю, дорогой. Moment of repose. How better to fill it than with prayer? Reloading.
ничего интересного. Увеличили. А вот он, блин, убили. Здесь же опасное место. Куда вы претесь, блин? Ребята. Ну, конечно, пипец такой. Сеточка из снайперов. Да, ориентир давай, покажи. Класс. Не покажет. А, нет, посмотрите-ка. О, да я тут рядом понял. Забавно. Ну, против снайпера нет приема, кроме другого снайпера, да? Вот никогда не понимал эту винтовку, но, видимо, есть люди, которые могут. Спасибо, чувак. Спасибо. Тут ни хрена не понятно. Я понимаю, что уходить просто пройти. Ладно, пойдемте, просто пройдем. Station.
Может, мне погранат, конечно. Ну ладно. Не вижу. А, точно. Давайте. Спасибо. Кажется. Это все равно кажется, что вот это вот способность на пробежку, она скорее не про то, чтобы убежать, а про то, чтобы вбежать. Для того, чтобы избежать какие-то вещи. Бомжи добили. Hey,
что он меня убьет и убьет тогда. Аптечка мне не поможет. О, прикольно. Спасибо. Ага. Как-то так. Нам видно, но очень интересно. Это демон. Это я не вижу. Конечно, гений маскировки. Прям в демон хостер закинула, а, зараза. Дань.
Тут уже ничего не поделает. Что? Ларентир. Ой, блин. А нет, смотри-ка, он живой еще. Охренеть. Уже даже недалеко. Так, красавчик. Подобрал. Пойдем. Я, наверное, все-таки. О, где гранат? Что себе даже спаслись, а? Да. Что здесь делать? Ай, блин. Блин, я ж вроде вернулся к тебе. Блин, лагать начало. То, что руки длинные, да? Выбери меня скорее, увози на Томари. Я, по крайней мере, избавил вас от... демона. На... пипец. Так, где я нахожусь вообще? Ну, не так уж далеко, но не так уж и близко. Beware! The barrel explodes!
Ай-яй-яй. Вообще нехорошо. А, он на... Просто не поверил. Да, тут отходить надо. Отходить. Прямой удар, наверное, будет очень хорош. Хорош, хорош. Блин, столько снайперов, капец. Не, ну конечно, туманчик, все дела там. Но иногда все-таки кажется, что это капец, капец. Плохо. Расколбасили. Попытка прорваться в тыл врага, это было вообще не туда и не тем. Ну вот. I need ammunition. Over to the far side of the station. You'll find the platform there. Damn, I'm supposed to have been logged. По-жесткому. Я думаю, что верментиди бы это уже давно бы вызвало рассинхрон. А тут все-таки сами сервера позволяет. Вот бы сделать что-то нейтральное, так сказать. Чтобы и официальные игры можно. Спасибо, чуваки. Блин, а? Да блин, я ж первый был. Чё меня не... Блин, гранат вообще никаких.
О, блин, подвой. Че, зараза. Блин. Такой шумит, понятно. Нету. Что там, аму? Убирайте. Come on.
Ей, отлично. Ну что же, лайки, подписки, шары, если вам это понравилось, вам это будет приятно, мне это будет полезно. Обязательно заходите в описание, там ссылки на кооператив Дружба и Home Russian Fleet, а также другие соцсети. Не все они, конечно, работают в данный момент для меня, но тем не менее. И, в общем-то, увидимся в этой или в другой игре. Спасибо и пока-пока. И знаете, император хранит.